Подготовкой к региональному этапу интеллектуальной олимпиады заняты сразу несколько министерств и руководство области. Среди основных задач – охватить передовые сферы развития школьников и студентов, привлечь их внимание к точным наукам. В этом году задания сформированы по четырем направлениям: решение изобретательных задач, робототехника, конкурс управления и программирования, а также популярная среди молодежи игра «Что, где, когда». Вопросы сложные, но организаторы уверены, молодежь региона справится. По каждому направлению есть группа редакторов, то есть отдельно редакторы по ТРИЗу, отдельно редакторы по «Что, где, когда», отдельно по беспилотникам. Жесткие правила, жесткий регламент, технические параметры. Но все это направлено на то, чтобы все были в равных условиях, независимо от того, в каком находится регионе, в каком муниципалитете, в отдаленном селе или в региональном центре. Участниками станут ученики 8-11 классов школы, студенты 1-2 курсов колледжей и техникумов. Все они так или иначе увлечены точными науками и IT-технологиями. Интеллектуалы уже приступили к выполнению задания отборочного муниципального этапа. По его итогу будут определены ребята, которые пройдут дальше и присоединятся к олимпиаде уже в очном формате. Первый этап – муниципальный, это январь-февраль 2024 года. Формат проведения очный и дистанционный. Второй этап – региональный, сроки проведения февраль-март 2024 года. И третий этап – это непосредственно участие региональной команды в конкурсах Приволжского федерального округа. Будет проходить интеллектуальная олимпиада в городе Пермь. Туда отправятся победители регионального этапа, а студенты и школьники области не первый год представляют родной край на площадках Приволжского федерального округа. В этом году цели амбициозные – улучшить результат прошлых лет, завоевать внимание экспертной комиссии. Олимпиада призвана помочь решить стратегическую задачу сохранения интеллектуального потенциала региона, популяризацию ульяновских вузов среди школьников региона. Для того, чтобы наши ребята не разъезжались по другим регионам, а поступали в наши вузы. Интеллектуальная олимпиада проходит по инициативе полномочного аппарата представителя президента в ПФО. Победители и призеры могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.